Қазақстан Республикасы президенті рухани жаңғыру бағдарламасынан және де 2019 жылғы жастар жылы аясында өтіп жатқан шаттық жобасының шексіз диап екінші аймақ іріктеу кезеңіне қош келдіңіздер. Добрый день, дорогие друзья и уважаемые гости. Каждый народ, независимо от места проживания, национальности, вероисповедания, уровня цивилизации, государственного устройства, наличие или отсутствие письменности из поколения в поколение передает былины, сказки, сказания, песни. У каждого народа свой уникальный пласт народной мудрости. И, наверное, уже на генетическом уровне каждая нация воспринимает именно свой, уходящий корнями в историю. Қаншама ғасырлар бойы жинақталған музыкалық қазына, ұшы қияры жоқ асыл мұра, әлемдік музыка қорына әр халық, әр ұлттың өз тәнін өрбітпен өлшеулі үлесі қосып жатқан жөні бар. Әр халықтың музыкасының өзіне тән ерекшеліктері болып, музыканың шынайылығы мен өрмішілігі ұзаққа қалыптасады. Итак, мы начинаем второй отборочный тур регионального конкурса «Танец без границ». Здесь наши участники танцевального коллектива исполнят по одному народному танцу. А оценивать выступление наших команд будет очень строгое и авторитетное жюри. Быков Владимир Александрович, хореограф Центра культуры, досуга и творческого народного творчества «Алые паруса», преподаватели кафедры хореографии Рудинского социально-гуманитарного колледжа имени Эбрая Алтынсарина. Алексеевна Наталья Владимировна, хореограф Рудинского детского дома. Антонова Баршал, Антон, көгімізде жарқырайды, жарқырайды жарқ күн. Чем дальше в будущее смотрим, тем больше прошлым дорожим, и в старом красоту находим, хоть новому принадлежим. Талант – это вера в себя, в свою силу. Мы видим, что все уже поверили в себя, пожелаем вам удачи и начнем нашу танцевальную программу. Встречайте на сцене средний танцевальный коллектив «Изюминка» Денисовского дома детского творчества «Узбекский танец, узбекский взгляд». Руководитель Мацека Венера Фаниловна. «Изюминка». Thank you.
Сіздердің алдарыңызда Кореяшын ауылының бишілер тобын өз өнерлерімен қарсы алыңызда. Корей биімен жетекшісі Валашина Наталья Григорьевна. Қарсы алыңызда. Thank you.
Советов. Встречайте! Thank you.
веселиться и танцевать. Давайте бурными аплодисментами встретим старший танцевальный коллектив «Изюминка» Денисовского дома детского творчества с русским стилизованным танцем «Девичий перепляс». Руководитель Мацека Венера Паниловна. А всем вдруг в тишине постучать в двери. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Столько лет, столько лет, где тебя носила? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Сколько лет я спорил с любовью ради этой встречи с тобой. Мерзко где-то был забавен. Thank you.
Фаворит битовына қошып әттеріңіз. Шандырағы әр үйден береке табылады. Әр адамын кеудесін күйге бөлеп, әм көңілден шарықтап ағылады. На этом второй отборочный тур регионального конкурса «Танец без границ» проекта «Шантап» в рамках реализации подпрограммы «Рухани Казана» программы «Рухани Жандару» подошла к концу. Мы просим жюри подвести итоги. А пока жюри совещается, примите музыкальный подарок. Божжорга, Алгожин Талгат. Встречайте! Постараемся в следующий раз не опаздывать на третий тур.
Жалко, что не было тарановского коллектива, еще одного коллектива не было, и сходит на нет. Ну что, придем? Здравствуйте, дорогие друзья. Очень приятно быть снова с вами здесь. Ну, подведем итоги. Сегодня у нас второй отборочный тур. И промежуточные итоги. В ноябре будет заключительный тур, и тогда будут окончательно определены победители и призеры. Вот. Ну, по сегодняшним итогам, что по баллам, да, пока общий средний балл. На третьем месте, это промежуточный итог сегодняшнего тура, на третьем месте средний танцевальный коллектив «Изюминка». Средний балл 17,5, 17,5. На втором месте старший танцевальный коллектив «Фаворит». Третий балл 18. И на первом месте по итогам сегодняшнего отборочного тура танцевальный коллектив «Изюминка». Средний балл 18,5. Танцевальный коллектив «Искра». Танцевальный коллектив «Искорка», средний балл 14,5. Младший танцевальный коллектив «Фаворит» с украинским танцем. 17 баллов. Танцевальный коллектив «Ясли Сада Балдаурен» с грузинским танцем. 16 баллов. Корейский танец. 14,5. 14,5. Еще раз хочу всех поблагодарить. С сегодняшним праздником на улице не так уж весело, солнышка нет, но заходишь в этот зал, и вы все как лучики сияете. Очень приятно находиться среди вас. Ну и сегодня каждый коллектив награждается за участие в сегодняшнем туре. Олай болса, құрметті ағайындар, Қазақстан Республикасы президентінің рухани жаңғыру бағдарламасының және де 2019 жастар жылы аясында өтіп жатқан шаттық жобасының шексіз би атты екінші айналым іріктеу кезеңінде белсене атсалысқан «Изюминка» би тобын марапаттаймыз. Thank you.
ұшымына марапаттаймыз. Қошеметтеріңіз ұрып қойсаңыздар. Қазақстан Республикасының президентінің шанс рухани шаңғыру бағдарламасының және де 2019 жастар жылы аясында өтіп жатқан шарттық жобасының Шекспиадты екінші айналым арасында өтіп жатқан Искірка би ұжымын марапаттаймыз. Шандур бағдарламасының және де 2019 жастар жылын аясында өтіп жатқан шарттық жобасының Шекспиадты екінші айналым іріктеу кезеңінің белсене атсалысқан фаворит би тобын қарсы алайық. А также ждем всех участников, перешедших на итоговый заключительный региональный конкурс «Шатных» с исполнением казахского национального танца. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар.